мой брат строится, и после того, как он убрал опалубку с фундамента, привез мне вот такую кучу дров. Вроде и выбросить жалко, эти ватихник с гвоздями со всех сторон. Где-то с гвоздями, где-то с чем-то, размеры неопределенные. Он мне дал на баню. Вот мне надо как-то их разделать, распилить, чтобы они были пригодны для того, чтобы топить. Особого приспособления у меня нет, каких-то козлов или еще что-то. Я поэтому придумал такую штуку. Положил на пол, на землю, широкую доску. Вот она. Из тех досок, которые он привез, из дров из этих, выбрал 4 колышка. 1, 2, 3, 4. Их забил в землю. Между ними начал складывать вот эти обрезки, намечая так, что рез у меня будет примерно вот здесь. Чтобы они не летели сюда, подлиннее кладу ближе, короткий где-то внутрь. И чтобы по земле не ширкнуть цепной пилой, я подложил доску. Когда я кладу, вот так вот помечаю, смотрю, с края гвозди, ладно, сгорят, то вместе с золой выбросим. Вот, а так намечаю, что если здесь будет где-то рез, чтобы не попасть на гвоздь или саморез. Вот такая аккуратная получается кучка. Ее сейчас распилю, коротыши соберу в ящик, буду накладывать следующую. Вот так получается аккуратно, потому что если без поддержки, без вот этих столбиков, бывает верхние вылетают и больно ударяют по ногам. Ну вот, я делаю так.